Все-таки я нашла, думаю, ладно, не буду откладывать это в долгий ящик, уже да покажу такую мини-картинку. Вот этот вот цвет один из самых ваших любимых на мне. Так. Вот он. Ладно, уже сюда, уже на эту руку пошло дело. Вот такой вот приятный. И он был не априкот, который я искала, а он был Almond Rose. То есть такая миндальная роза. Вот это, кстати, в один из любимых. И любимый я решила сюда все водрузить. Это. И тут еще, походу, нашла вот эти две такие помады. 865 функция Flash и 266 Pink Thrill. Такие. Но они у меня были в ходу долгое время. Ну и до сих пор, господи. Надо опять пристраститься к розовому, тогда они быстро уйдут. Так. Еще у меня есть здесь. Вот такая вот оранжевая фигнюшка. Но это как бы так, побаловаться. Макси. Это у меня а-ля тени серебряные. Это как бы такое винтаж, старье, но иногда имеет место быть. Здесь у меня вот этот Juicy Tubes, который я всегда забываю использовать. Ладно, поставлю сюда. И еще же я забыла. Вот эта вот палетка. Шикарная. Вот такие вот у меня помады. Три штуки есть. И я ими тоже забываю пользоваться. Ну что такое? Вот потому что всего много. Представляете, вот если бы все это дело у меня было в 16 лет, или там 17, или 18. Господи, сколько было бы счастья, да? А сейчас вроде это и есть, и вот, ну, как само собой разумеющееся. Зато, как бы нет, у меня 17 лет больше, и даже 18, или даже 28 и 38, 37, скажем, чтобы для ровного счета. И 47 уже тоже нет, вот сейчас 57. Вот это бы все туда, а ну так не бывает. В общем, заканчиваю наконец-таки свой репортаж. С вами была Силва Бетефлай, Серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела. Всего хорошего.